Чемпионат КВН «Вернисаж профессий» города Москвы выходит на финишную прямую. В этом году качество выступлений оказалось таким высоким, что члены жюри приняли решение выбрать больше команд для игры в финале, чем в прошлом году. К полуфинальным играм мы готовились усердно. Очень были сильные команды сегодня. Но это весело, это очень круто и поднимает настроение. Мир КВН открывает замечательные возможности для всех участников игры. Ребята знакомятся с разными профессиями, и это отражается в шутках и выступлениях на сцене. Вдохновляет энергетика вот этой игры. Драйв, который мы получаем, отдача от зала. Мы рассчитываем на лучший результат и будем стараться, чтобы порадовать зрителей и доказать самим себе, что мы крутая команда. В полуфинале чемпионата было представлено два конкурса – разминка и приветствие. Если приветствие – это визитная карточка команды, то разминка – это самый серьезный и сложный конкурс игры. Даже во взрослом КВН с разминкой справиться непросто. Но в детской игре ребятам удалось ответить интересно и остроумно. Ребят выступили замечательно, очень яркие, красивые, юмор абсолютно детский, смешные выступления, неординарные, не похожие друг на друга, очень красивые команды. Ребята просто такие зажигалочки, такие пружинки, все двигаются красиво, смеются, шутят, поддерживают друг друга. Очень здорово, дух КВНовский распространяется и на зал, и в зале также замечательно поддерживают команды болельщиков, которые приходят ежедневно на игры и болеют за свои команды. Это очень интересно наблюдать за тем, как растет потенциал ребят в КВН. И, на мой взгляд, они выступили сегодня потрясающе. Ну, судить очень тяжело. Игры очень сильные были в этом году. Серьезная подготовка, взаимовыручка, работа в команде дает высокие результаты. Главное – это желание учиться и не бояться трудностей. 26 февраля состоится финал чемпионата игр КВН «Вернисаж профессий». Победит сильнейший.